Здравствуйте, уважаемые друзья и участники клуба «Масштаб». Сегодня хочу представить вам обзор зенитной установки ЗУ-23 от фирмы «Восточный экспресс». В коробке у нас находится один литник в пакетике и инструкция. Начнем с инструкции. Смотрим на литник непосредственно. Тут у нас есть облой, рядом с мелкими деталями облой. Недоливы есть, небольшой недолив. Так, тоже облой. Так, следы толкателя у нас. Получается, находится тут внутри, а тут, похоже, снаружи будет. Также около орудия тоже облой. Ну, что можно сказать? Это Восточный экспресс. Достаточно много облоя, но стоит это недорого. Ну, опять же, есть и детали, которые неплохо отлиты. То есть, в принципе, из данной модели можно собрать очень стоящие. Особенно, если любители есть, ну, доработок, то можно вообще сделать шедевр. В группе у нас участник один собирал данную модель. Там у него было там колоссальное, конечно, количество доработок, но просто получился шедевр с данной модели. Всем спасибо за внимание. Ожидайте следующих обзоров.